Включи запись. Ой, это что? Так, это мы хотим ступеньки, да, построить? Это запись? Место... Позволяет, блядь? Ну что, как я хотела, сейчас скажу, что у меня тут стоит 7-Up, вода и Red Bull, и я буду смешивать. Минус Полина. Кажется, я где-то это уже слышала. В смысле жрать хочу? В смысле пить хочу? В смысле я путаю кнопки и выливаю воду? В смысле, блядь? А как? Что? А, все. Я жрать хочу. Пожили. Давай. Стекло. Давайте не надо, только зачем взять. А чё мне играет? А, что бег, блядь. А чё мне играет? Стоит, блин, сядь. Сядь на стул, я тебе покажу, как это выглядит. Давайте обсудим. Давайте пообщаемся. А, подожди. А, я на стуле не могу инвентарь открыть, понятно. Ну ладно. На, короче. Спасибо. Пожри, стик. Акула, блин. Ну давай, так, пожри, говна, блин. А чё она мне так мало прибавила? Я всё, у меня желудок растянулся, что ли? Так, чё там? Расширяем плод? Наверное. Надо ловушку сделать. Ловушку хочу сделать. Ловушка. В натуре он там один себя отгробахал такой плод, а мы вдвоем, блядь, ютимся на маленьком плоту, вообще не понимаем, что происходит. Нам нужно много женщин, блин, хотел сказать, мы женщины большие, нам нужно много места, почувствовать, что много женщин. Там кто-то жрет. О, что это? Это калитка? Ебать, калитка. А что, облом, ладно, что короче, я делаю здесь ступенечку. Проходы на второй этаж через другие лестницы. Другую лестницу, пиздуй, дура. Тут проводятся ремонтные работы. Всё, блядь. Пустите меня. А как она тут поместится? Пустите меня на плот потом. Ой, блядь. Подожди. Да боже, пить хочу. Боже. Всё. Так. Подожди, блядь. Чё сюда взяла? А, посмотри, что тут у нас. Сейчас. Патрон сеткомёт. Лужайка. Целебная мазь. Да грядки как. Тоже сейчас. Где животных найти? Тоже на колени. На грудь не доступ. Кожаный шлем. Кожаный шлем. О, заебумба. А кожаная ракета. Так, ну чё, чё, как расширить? Вдоль или поперёк? Как тебе такое, блядь? Прям вот, вот отсюда, да? А, я ж хотела эти поделать. Да, смотри, расширяй, где, короче, я хотела ловушек наделать. А, вот здесь? Как-нибудь так нужно. Я хуй знаю. Хуй. За бомба. У нас какая есть здесь. Смотри, какая офигенная. Сейчас я еще покрашу, и будет вообще не боюсь. У нас лестница была розовая, да? Слушай, этот стол вам перенести, мне кажется. Ну давай. Надо вообще, блядь, тут перестановку устройства нормально сделать, было очень красиво. Значит. Так, нужно 2 гвоздя. А эти гвозди могу дать. А, мы, в смысле, у меня же было. У меня же было много. На тебе дать. Блин, да когда уже сделать как в Майнкрафте, что это? В один тот же ящик можно взять. Все. Да я хз, блин. Что-то мне гвоздь кинул? О, заебись. Я тебе там гвоздь один кинул. Сундук вот сюда. Да я уже знаю, я еще гвоздей. А вот они. Как раз 2, блин, в разных. Так, тут вход, блядь. Угу. Так, кстати, ковер. Ковер. У нас есть ковер. На стену можно поменять? Что такое? А, это. Так, что я хотела? Я хотела. Пусть лежат, пока не нужны никому. Хочу еще ловушку.
Утонула. Не надо. А, да, у нас тут ковер еще идет. Я хотела крышу построить над вашей спальней, как бы. Его сделается из хлама. Хлама у нас очень мало. Как это ни было бы странно. Как это бы странно не звучало. Так, это лестница нахуй. Нас сделала. Куда это приходит? Я не знаю. Ну, сюда надо. А хули? А, ну ладно. Да. Хорошо, понятно. Мне нужен топор. У тебя есть топор? Нет, конечно. А ты что, совсем с ума сошла? Так, все, да, больше ничего не ставится. Охуенно. Просто класс. Что тут еще сказать? Чем взломать-то? Можно как-то? Че? Топор нужен, да, он тогда упирается. Нужен топор. Надо музыку включить. Включи. Ну все, сейчас опять полтора часа ждать. Ой, а что произошло? Как я, блядь, в текстуру приводил? Завтра 4 градуса на 3 градуса выше, чем сегодня. Написано. Читаем. А как это работает? Можно узнать? Алло, браузер, а мы работаем включаем? Погода. Нет, спасибо. Ночью ночь. Чё? Что ты, блядь, делаешь? Запустила браузер. Будьте осторожны, включили, предупредили об опасности. Точка. В Москве идет ядовитый снег. Бля, удивительно. Нет. Совпадение? Да, это совпадение. Нет. Нет. Я через маленькое окошко смотрю на тебя, что там делаешь. Как будет? Так, музыка. Чё, включишь, что ли, этот? На случай тусы? Конечно. У меня, правда, вообще какой-то скриликс играет. Я не хочу просто... Ой, как я... Вот так вот потише. А то я, блин, смотрела видос, слышала, как ты, блин, пошлой боли, и всё. А чё, я пить хочу? Я тоже. А у нас нет воды, кто-то не налил, блин. Охренен. А что это такое? А, я молодец, конечно, да. 10 из 10, блядь. Арпанда, да, да, я по-моему. Кто? Кто? Воды, воды. О, смотри, так. Так, я хотела сделать топор. Доска, камень, дерево. Ой, что доска? Прикольно. Есть доски. Я строю, я их уже потратила, блядь. Мне нужны доски, чтобы сломать доски. Охуенно. Так. Что у нас тут беспорядок? Опа, а вот и доски.
Это все? Нет, вот тут вот дальний. Гвозди ГГ, да? Это, а гвозди из хлама делать, хлам ГГ курса. Охуенно. Ну поехали ломать. Так. Ломать или ломать. Ё-моё, опять я вырубил. Сколько? Так, ломать. Ломать, надо ломать. Наверное, вот здесь. Так, все, доски ГГ у меня. Там есть, на втором этаже крайне вещь. Мне тоже. 17 слайдов. Заплывало. О, сразу пошло ловиться. Куда еще постать? Что? Упало, блин. А, все, Полина минус. Помоги. Ебанись у нас картошки, конечно, блин. Опять мой, да? То, о чем я думал. О, пошло, поехало. А вышки эту тема. Куда бы еще писать? Надо как-то, на самом деле, в адекватное боя место поставить, да? О, а что, можно прям тут? Ну, охренеть. Вообще классно. Вот. Вообще классно. Что это такое вообще? Какое то, что... Что происходит? Да. Так. Я упала, блин, ё-моё, как. Угу. Что тут вообще можно построить? Треугольный... Переходный тупов. Арматура для фундамента, нифига. Крыша, колонна, стены, дверь, ограждение, лестница, половина лестницы. Вау. Надо взять стены, потом двери. Что сделать? Блин. Ой. Так, что ты, куда ты строишь-то? Завис на никого. Они его переключают. Ладно, пой. Оттуда. Ё-моё. Копье надо сделать. Чё? Копье надо сделать. Да, блядь, столько сказала об этом. Пизду, и так досок нет, блядь. На. Нету досок, я понимаю. Не могу починить. Я могу. Так. Да ты жрать хочешь, ты убиваешься? Угу. Есть что? Уже готово. Так, пошли на все. Ладно, пока покрашу, что-то настроила. Где краски-то? Так, что за с рецептами такие хожу? Повесь.
компот. Ой. Куда ты? Опять. Дальше. А что-то готово, что ли? Что-то да. Что? А это я, что ли, по-моему, приготовила? А хрен знает. А куда делось твое? Ну, наши глиняные тарелочки. Не знаю. Ну что, одноразовые, блин? Ля, набрала цветов у них раз. Ёб твою мать, я пить хочу. Стопа. Хотя выдала. Это я нашла проблему. Всего еще. Я выливаю воду постоянно. Не то, что пить. Так. О, ебать. Пиздец. Что ты сделал? Ла-ла. Ла-ла. Нормально, пёрышко. Пёрышко. Индийская такая у тебя там, птичка. Ага, есть такая. Давай, эй, жарься, вода, блин. Жарься, вода? Да. Неплохо. Опа. Нет. Да. О, это жарилось. Так. Надо лишнего, надо не надо. Еще там семена, цветы. Вот еще капусту красную добавляю. Так, отсюда, отсюда. А вот длинная тарелочка, сейчас пожалу. А что тут? А, тут ничего нет. Ну, значит, это оружие. Сколько? Длинная тарелочка. Ага. Стопа, на хуже. Как хорошо предметы скатываются, блин, по лестнице. Мне это не нравится. Ну-ка. Пика по объедке. Ой. Ну ладно. Сейчас умру тут, я не знаю. Тут надо проход ломается. Пьет, блин, такой ходу. С бумажного стаканчика. Ну на водичке, пожалуйста. А ты наливай, когда пьешь, вот она и будет. Так. Умная мысль. Очень. Ну что, нам нужен ресурс. Что? Ой! Ну ладно. Ура! Опа! Помогите, помогите. Ждем из ловушек. Все посядь. Ты...
бочка уехала. Бля, остров. Бля, остров. Может, тормознём? Ну, я только что... Блин, там этот, там ящик. Бля, быстрее тормози по этот парус. Где парус-то у нас? Я пока якорь бросил. А, надо мной это типа... Вот, куда пойдём? Мы тут занимаемся вырубкой деревьев. Да. Знаешь, алло, бля, у меня это подсломалось. Давай это, направь парус. Чё? Парус направь просто. Так. Так. Не думаю, что поможет, конечно. Ну нет, это все. Спускайся вниз, я говорю. Нет. Давай быстрее. А тут? Давай. Давай, тормози. Акула жрет. Она сожрала мразу. Шумок. Бля, вот это охуенно, конечно. Просто невероятно. Так, ну топор у меня, значит... Ага. Угу. Что же нам делать? Продолжить, что ли? Бля, нужны гвозди. Бля. Или подожди. А можно как-то развернуть? О, блин, я что это? У тебя есть топор, смотри, ты говно. Либо можно с него. Как-то. Да вон сверху не надо. Понял. Бля, у меня топора нет, нахуй сюда пришли. Ну вот, я иду туда. А, цветочку не беру. Бля, я не умею прыгать, извините. Так, ну такой. Ой, я могу топор себе выбить. Бля. Помогите, бля, научите прыгать. Б. Что случилось? Бля. На место нет. Да почему не пошли? Кошак террарий играет, блин. Так, ебать. Родишь там, блядь. Так. Блядь, ебать. Не будешь заходить. Что ты заебал? Теперь я, блин. Я тебя выразила. Ну как ты это, блядь, сделал? Разбегу, блядь, делай. Ебать, получилось. Так, и чё? А дальше? Чё ты делаешь? О! Где мои деньги, когда там всё таки не прощаю? Угу. Ну, я цветочек собрала. Ну, водоросли собрала. Как нам туда попасть? Бля, тут какая-то хуйня лежит. Нужно это. Это что такое? Я не знаю. Возьми крюк такой. Да, мусорный. Водоросли не собираем, на всякий случай. Так, а где? Там где-то. Аж больно было и страшно. Бля, больно и страшно. Главное, сейчас тут не собираю.
Где я это видел тогда? Так, наверное, вот там. Здесь, блядь. Израиль! Жру кокос. Так. Что случилось? Ты ж по лестнице подняться надо. Привыкла к PlayStation. И ты чё? Бля, это хлам. Да, собирайся прямо с ним. Нет. Да, сейчас темно. Что? Тем более, что темнеет уже, да? Да, бля, это на лагать еще начинает, блин. Сервак держу. Все на мне, все на мне. Это настройки, графики. Хорошая, быстрая. Я сейчас хуя себе. Все равно лагает. Это я тут не бойся. Помогите. Уберите фризы, пожалуйста. Уберите фризы. Как на авто забросить? У нас есть песок. Видишь, иди сюда. Чё? Подсадим. Чё, подожди. Бля, жаль, слушай. Принеси еды. Да иди ты нахуй. Еды? Бля, ну, а, ну есть. Чё? Да, пожрать. Я вот интальцу принесла. Где? Мне кажется, тут бесполезно подсадки делать. Ну, давай попробуем. Вот здесь вот смотрела. Давай. Это я на тебя запрыгнула? Я предлагаю пойти поспать, потому что у меня здоровье не хуй. Ну, пойди. Тяпну на тебя, да? Ушла, гад, перестань. Да. Что, живут ли, да? А, все заебись. Подлечить хотели. Ура, перестал. Пробил просто парик. А что, манго с такой бешеной скоростью растет, что ли? Бешеный. Реально манго очень быстро растет. Чуть-чуть мне просто прыгаю. Да ты за этого. Я уже. Ладно, походу там нечего. Бля, там ящик, я видела с этим. А куда я не могу туда залезть? Если ты строй так. Ну если да, с другой стороны будет. Ну, попробуй что-нибудь достроить, я это... А, подплыть в другой стороне? Да. Ну, давай. Тут такой вариант. У меня весло. И то, что-то я сомневаюсь, на самом деле. Давай, давай, мне весло. Так, я пойду кепку тут надо. Так. Скажи там куда. Я не сильно понимаю. Я даже хожу, не знаю. Ну, вот тут еще что-то есть, наверное. Сейчас тут остановимся. Установила? Что-то еще можно найти? Ну, тут попроще будет залезть. Блять. Да можно на лестницу залезть? Ой, да. Какая. Надо поиграть в игрушки, которые тренируют скилл на окружающих. Да ты зима. Так, тут что? Тоже не знаю. Хотя... Мы тут были, блин. То же самое. Да, там вообще. Пойдем дальше петь. Хотя вот тут вот.
Да, блядь. Ты что, поплыли? Так. Да нет, тоже не очень. Прикольно стало. Надо плыть его, во-первых, сначала вот так вот. Слушай, прям. Бомбочкой. Бля, не знаю, вот сюда? Да, вот отсюда. Бля, это сколько. Вот сюда надо, короче, вверх. Надо еще под оплыть его. Ну давай. Бля, было это. Ой, еще 7 рублей. Все, что тут? А, так. Вот так. Ой. Ага, что-то шило. Сначала прямо выпрямя, а потом уже заворачивай. Я просто вообще ничего не вижу. Так, теперь разворот делаем. Да, мне кажется, там этот парус мешает. Кстати, можно не сказать. А он что, у нас открыт, блядь? Наверное. Тут, блядь. Нас несет прям в противоположную сторону. Опа. А ты что, парус открыла? Я его закрыла, блядь. А что так быстро? Да, потому что течение в другую сторону абсолютно идет. Я просто прям быстро плыву. Слушай, получится так запрыгнуть? Не, так вообще без ряда. Надо туда подплывать, наверное. У меня сломался. Да, блядь. А можно залезть уже? Нет, там другой стороны. Ну ладно, поплыли. Да мы не залезем. Ну, что, да нет, там можно было залезть. Ладно, поплыли, короче. Бля, надо было пособирать это на самом деле. Хлама всякого. Я хлам пособирала, мне 7 штук. Ну, что, ну, что? Там что, железо? Алло. Алло. Ну, поплыли, значит. Так. Так, ну да, еще не говно. Так, вот с этим говном надо разобраться. Вот и закончились эти доски, которые я собрала. Ничего не понял. Угу. О, я жрать хочу. Сейчас наложу тут все. Что у меня есть? Ой, зачем? Сюда, сюда. О, бой. Так, акула, ты что так плывёшь целенаправленно? Что улыбишься, блин? На тебе, блин, я знала, что не приплывает. Морозит. Палатку посажать. Mm-hmm.
Ой, там плод. А грибсти-то нечем. Грибсти. Грибсти. А, нужно 4 пески. У меня только одна. О! Дай мне доску. Значит, 5. Поплыли. Сними я парус. Я парус. Сними парус. Так. Блин. Сняла? Брала. То есть как можно такую плотище тащить за собой? Плотину просто. Что-то мы плывем какую-то жопу от этой штуки, по-моему. Мы приближаемся к ней или нет, я не знаю. Мы? Нет. Сейчас будем. Опа! Давай. Ладно. Ага, и сразу, блин. Мгновенный бан просто. Как сюда забраться? Опа. Смотришь на меня, да? Смотрю, да. Все, так что я собрала это. А болт. И все. Так, картошечку. Так, что тут хорошо? Жрёшь? Жру. Вау. Поперите эту зеленую хуйню, только я. Стало удобно ходить. Что ты сделала, блядь? А, бля. Лестницу застроил к херам просто. Блин, я не знаю. Кому вообще нужна ваша с вами лестница? Да, ну это было. Откуда? Я человек-паук. Да, опять я вырыла, блин. Просто жёлт. Слышь? Охуела. Mm-hmm.
Так. Угу. Так. Бля, как я поедил, пипец. Так. Я под вечер, под закат начинает прыгать. Под закат? Странно. Поэтому он ложится спать. Блин. Легла, да я теперь ебал. Проснулась, хочу жрать. Круто на близко. Тупо жизнь. Да. Уж еще один этаж же подбах. Могу еще болтать, да. Это же. Понятно. Еще угловые штуки есть. Это надо думать. Остров. Мы прям на него плывем практически. Да че? Да бля, мы так же на него никуда не залезли. А что делать? Надо? А надо, да. Будь готова. Так, я приду. О, там тоже есть. О, там можно залезть. Ну. Эба. Эба. На шоколадку хочу немного. Женщина тормозил. А чё мы не тормозим? Мы стормознули. А чё от нас откуда решили? А, не, ну другие, конечно. Я прям ничего не могу сказать. А что, ты там уже, что ли? Да.
Бля, можно прыгнуть по нас? Надо, кажется, под что сделать. Под это не буду. А может вот так засунул? Да бля, можно прыгнуть? Ну, посмотри, как лучше будет. Да блядская акула, ну ты охуела, сука. Ну ты что, что ты, блядь, жрала строим, блин? Здесь жрала на такое. Можно прыгнуть? О, ебать. А чё так, блядь? Так можно, да? Бля. Да ё-ма, а чё не прыгает ты? Ага. Сейчас страшно не прыгает. Да ты задолбал не прыгать. Ага. Где? Это подплыть поближе, блядь, слышишь? Ой, ё-моё, возвратилась. Давай это. Попробуем. Где это? Давай, поднимай. Всё. Давай. Повернулось вообще все к хренам. Все? Угу. А что мы едем точно? А, все понятно. Ну, посмотрим. Подвинулось. Здорово, чайка, что делаешь? Угу. Сижу, пержу. Подсадкой на антенне, в принципе, можно. Бля. А можно реально сделать подсадку на антенне? Давай. Ага. Ебанись. Я, бля. Где я, блядь? Ой, да, бля, сквозь. Я ж тебя провалилась. Сума, ты куча пожру? Ой, запуталась, пожар. Блин, прикинь, строить плот. По мере того, куда нужно забраться на острове, типа. Получится такой кривой страны вообще. Такой пиздец будет на самом деле. А прикинь, вообще какая-то универсальная получится фигня, и мы на любой остров сможем забраться. Куда. Давай. Короче, я сюда буду. Как ты это сделал? Я паркурила по антенне. Да-да-да. Да-да-да. А, я тут херню сделала, чтобы залить. Так, а, вот тут, кстати, посадку можно, слышишь? Сейчас бы понять, как ты туда забралась вообще. А, понятно. Несложно оказалось. Паркурец. Опа, давай. Угу. Минус пробел просто. Отойди что-то. Какая-то значок прогрузки будем делать. Бля, подвесь чуть-чуть ведущий. Еще не так вот. Угу. Встань, блядь, сюда, здесь же выше. Что-то там не придешь. Я думаю, ты назад умеешь двигаться. Так, тогда сюда немножко. В середину, короче, вот сюда вот стой. Где вот этот папоротник? Я думала, это не папоротник. А как одному, блядь, в это играть вопрос?
Не знаю, стоит. Просто плотину отстраивают? Да. Да, опять хочу. Это жестко. Я, блин, не знаю. Сейчас я так не знаю. Бля, тут не нос. Да надо залезть. Еще бы мы отстраивать были. Были бы, блядь, доски. Буду мутно. Так, а что такое? Далее сюда. Акула. Какое? Ну ты мразота, конечно. Что ты? Сюда. Песня далеко, конечно. Строить надо. Ты где будешь? Я тут стою, где ты была. Да? В каком месте? Ну, где запрыгивали. Здорово, блин. Чё-то я была. Чё у вас? Ага. Не могу понять, чего у меня руки пах. Говно. Говно и воняет. Так, дайте, дайте рябов. Давай. А почему не... Как, блядь? Я не знаю. А, ну я потому что встала, блядь, нормально. Да. Тут прям, знаешь, тут, короче, прям такая, это... Самая, блядь, высокая точка. Так, ладно, с веревочками. Может, получится ломать. А что нам, блядь? Ой, это удобно. А есть что собрать? Ананяс. 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 Ага, как вот туда теперь хочется? Там спрыгнуть можно. Сейчас потренируюсь, блин. Бля, начинает реально фризить под закат. Тупо непонятно, почему. И фризит вообще не надо. Ох, поставим. Бля, как фризит. Отдай. Картошку положу. Мне тоже так картошку положу. Ну, мне только спросить. Прям пойдем поспим. Пипец, это реально резон, чтобы спать. Пофризит. Хорошо. Как жрать картошку, пиздец. Мне там жарится стоит на картошке.
Алло, ты чё тут охуела, сука? По эту что ли, сплаву? Откуда у меня 13 долларов? А, на рубле купили. Ебать, манго реально быстро растет. Чё, я не замечала раньше, что он так быстро растет. В том Ломай видосе мне. Случайно получилось два видоса и подряд, типа, музыка эта. Хотя они из разного времени и разных тем. Опа. Задохнёшь. А, не задохнёшь. Опа. У, да ну, под водой тоже ящики. Да. Ну. Ящики. Ух. Ой, ящик под водой. Что у меня акула не цапает? Ща как цапнет. Ща как цапнет. Так, вот сюда. Водички нормально. Очень место хорошо. Все. Что думаешь? Какого ящика? Ящик такой, понимаешь? Почему я где-то не кашляю? У меня тоже. Удивительно, не правда? Совпадение? Нет, не совпадение. О, ты все выпьешь. Жару. Жару. Смотрите на меня. Сука, топор сломался. Угу. Бля, хотела семечки взять, взяла саму манго. Так. О, да. Так, что он был? Пошла копать. Копать. Онлайн. Офлайн. Так, где моё там? Что выпало? Всё, да? Попало? Ну ладно. А где я была? Да, блядь. Так, тут можно лестницу нормально построить. Тут у меня вообще... Слушай, удалю, а у меня нету лесов. Ебать, 6 досок. Ебаные. 6? Ну,
где я вам тут сейчас 6 досок найду? Я хуй знаю. Ждать, когда вырастет манго? Блин, это что? Блин, что? Маша, два ящика, и что это куда более все продуктивно. Ну, красавчик. Ой. Так. Коти, коти. Так, теперь складываем все. Может переплавить. Ну, это доски нужны. По-моему, нас жрут. Да. Бля, она сожрала вместе со мной. Плюс F. Здоровья что-то мало, я не буду больше, наверное. Буду ходить. Купаться больше не буду. Не поспишь, чё? Нихуя ты богатая, блядь. Я последние две доски поставила, да, чтобы жарить сраную картошку. Строй. Ага. А я хотела лестницу взять. Так, вот пусть. У нас тут место до хуища просто. Угу. Поймать? О, лакшери. Решила переплавить железную. Водоросли клетку не туда положила. Надо эти убрать, поставить большой ящик, короче. Для такого всякого. Так. А, доска, хлам, веревка, шарни.
Так. Пошла красить. У тебя есть 7 досок? Нет. Фигово. Хотел я сейчас. Нихуя уже нет. Нихуя. Бля, там... У меня, правда, их 8 мест. Как эта хрень разбирается? И оно не взяло. Твоя. Ставишь, кстати, 8 раз. Бочку упала. Ну, пришло 8 раз. Ля. Приход. Склад, блин. Так, шла у нас сюда. Надо копнуть сделать, на самом деле. Вообще нихуя не было. Ну, не в этот раз. Бля, придумала. Красиво сейчас сделаю. Ой, блин. Что я еще здесь не покрасила на эту доту? Доту? Доту, да. Какая доту? Да, блядь. Ну, нет, не блядь. Вот тут я думаю, красиво оформлю. Да ты опять хочешь пить? Да невозможно с тобой работать. У нас уже две майка и не бегают. Бля, закат фризить начинает. Ну пошли спад. Все. Ну пойдем. Реально. Акула плывет. В смысле невозможно уснуть днем, ты что, пиздануться? И нахуй день. День, но уже фризит. О. Чтобы не повадно было. Да оно же рванется от этой краски, блядь, неинтересно. Ксю команда. Да. Перепутала маленечко, путаюсь, да? Пиздец, мы спим, конечно. Ну, а чудо. Скорость. Так. Воду мне оставили. Это же... Да, что это? Здрасте. А, мне места нет, да? А откуда у меня 6 досок? Подпольные доски. А, у меня краски тут не лежит. Так, а чё делать? Фига, что-то опять. Да, самое интересное, что когда мы, короче, тусуемся, мы такие, бля, надо как-нибудь вместе поиграть. Сейчас мы все сидим в сети, блядь, и никто, короче, все своими делами, блядь, занимаются. Заебись. Сколько мы не играли в GTA 2 года?
Да. Пизда, ну сейчас. Грустно. 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 Бля, этим летом надо точно поиграть. Угу. Я думаю, если у меня будет скучно лето, я пойду работать, блин. Хорошая перспектива. Да. А скучно моя жизнь любит быть постоянно вообще там обожает. Не думаю, за ней. Так, что, лавины что ли надо переставить? А, там доски. Дожать. Я, короче, поменяю все маленькие хранилища. Хотя их хранилище мое тоже можно оставить. Да нахуй они нужны, блядь. Ну, бля, тогда все. Ну знаешь, как у Владоса тупо сделано? У него, если. Ну там, кстати, остров. Бля. Его можно забрать. Очень. Иди. Пойдем? Да. Давай, пойдем, давай. Я выстал, достану. Даже пожру. Чё в еде пластик делать? Где остров-то? Я не вижу, что... А, вот. О, так, это такое изичное море. Хаяк, блин. Может, конечно, на нём ничего не будет. Да, деревья есть. Тормознёшь, да, всё. Ага. А, давай. Кстати, а втроём-то можно играть здесь? Хазе. Тормознула? Да. Так, откуда вам? Отсюда. Ой, как заебенный. Ух, так, цветы, блядь. Всем привет, я Марана Баттери. Опа. Нахуй ты тыкаешь, блядь, зажать же можно. Разве? Да, ты что, больная, а, блядь? А, это моя, это мата быстрее. Нервничек. Да я заметила, блядь. У тебя не все перепутано. Ой, там плод цвет. Пахнет все. Ананас. А, ананас. Там плод, ананас. Ну, короче, с мамой когда поет, ей, видимо, я надышалась, и я хотела ей что-то сказать, ответить на вопрос, типа, там. И у меня получилось там-там-там. Она очень долго ржали на третьем. Бля. Там-там-там. Там-там-там. И же ржали, бля. Чё тут внизу? А всё внизу. А вот она нас. Бля, чё убить-то нас? Я тебе чё сделала? Ещё там она нас не снимала? Так, ну тут хлам, что ли? Собирать. Да. Так я крючок не взяла, я просто выкинула. Смотри, что есть. Вот, блин. Что бы эти сделать? Ну, я еще решила. Сожрать решила, я такая, ха, я на блок. Вон ко мне пункт. Нет, это пытать. Во, вообще глина. Так, я знаешь, что хотела? Хотела взять. Кого? Тела. Типа, если мы же расширяем плод, нам нужно освещение. Мы спим, конечно, ночью, но все равно как-то так. Да, тела темнеет. Мы же, конечно, вообще на самый низкий поставить. Мне кажется, все ничего не меняется. Я то, что сейчас бы жрать захотел. Бля, что-то 4 хлама на фонарь потратить на один.
Не очень хочется. Собственно, я сейчас занималась добычей хлама. Слушай, а что если эти колонны сломать? Сломается все? Не знаю. Что сверху? Ну-ка. Эксперименты будут проводим. Да. Ага, ну ладно. Понятно. А тебе не хухры-мухры? Все правда мои? Да. Так, дайте мне теперь. О, экс-рэ... Можно, знаешь что? Можно, короче, комнату отдельно намутить. Где всякое там разное будет. Да. Стулья, столы, спальня. Алхимическая лаборатория, где я плавить буду, как ты будешь жарить по желе. Да. Можно так сделать. И лучше все это сделать на первом этаже. Типа на втором можно сделать спальню, а на первом пусть будет вот все ходить. И хреначить во все стороны, чтобы можно было забраться на любого сторону. Ну все, мы тут все. Поднять паруса. Это было. Якоря. Паруса. Пару сюда. Тоже ты 51. Ой, а что ты хотел? Есть у нас хлама, блин. А вообще. То. Интересно, надо бы скипать? Доплавить. Вот еще. Так. Там плотно. Чё? О, всё. Красота. Чё тут хлам и крыш делают? Так. Как-то надо комнаты сделать, да? Я хуй знает на самом деле. Все переставить, блин. Ну, чтобы переставить, надо дождаться, когда все закончится. Мне кажется, надо просто где-то якорь бросить, блядь. И этим заняться, и переставлять, ты не боишься. Ну, хотя, если резко нужно было, типа, подстоишь, ничего не получится. Так, что мне там? Доски будешь только от деревьев. Что? Я смогу напугать акулу, если я буду с головой акулы? Как она не будет меня есть? А вдруг она тебя влюбится? Блин, это еще страшнее. Конкуренция поднимется. Зубы, блин. Кто первый сожрет Полину? А там зовут, блин, а мне не все занято. Ну, блин. Так. Кто тут сожрал нам, блин, плод? Да я тебе кричал, жру, блин, гнот, как бы. А у меня что, есть плод? Это самый, что ли, такой? Я тебе, ну, там. А я чё могу? Вот теперь есть, теперь я, блядь, смогу.
Теперь зови меня. Теперь есть в этом смысл, блядь. Халамы и вообще, по-хорошему, надо ловушек. Есть две доски? Да, есть. А желательно вообще доску. Да сюда, блядь. Я наверх пришла. На тебе, блядь, доску. Так. Вообще грядки тут так заебись стоят на самом деле. Прям даже не хочу побираться. Хотя я вынесла их сюда поближе. Вон такие глупые вопросы стоят. Владик спит, я могу ему написать. Ой, блин. Типа ты говоришь нет, ну ладно, не буду писать. А чё он не спит ещё? Ну если здесь будет быть, буду смотреть. Хуйня занимаюсь. Ой, бля. А, ладно. А чё у меня так пальмовых листьев много-то? Ну так много-то. Так сложить. Нихуя, на три стака, блядь, листьев. Мне нужны доски. А где вообще родители, блядь, мне интересно? Точно с крючком, блядь. Сами. А что у нас тут кроссовки стоят криво? А, да какая разница? Не понял. Да сейчас сделаю. Не понял, блин. Пожилой, не понял. Блин, чувствую старость на самом деле. А я вот чувствую, что я пить хочу. Ну, сейчас. Справьте. А, так, а ты не чувствуешь фризы там? Чувствую, но я терплю. Терплю. Но мне это не совсем нравится. Вообще не нравится. Да. Терпеть вообще хуёво, так что я пошла в туалет. Подвела так аккуратно, блин. What is it? Бля, я забыла кучу всех. Жрут, нажрут, блядь, не успею. Всё.
Пидорас, я бы, наверное, тут с тобой сожрала бы. Было смешно, если под тобой, блин, сожрала это там такая пока. Так. Так. Ай, пожарь его. Тоже взяла шоколадку. Очень, да, очень резонно еду взяла себе конфет шоколадный, блядь. Там он плод, слышь. Можем, входим в него. Пока я подтягивалась, холодно, пиздец, мне штаны пришлось надевать. Угу. Угу. Знаешь, в принципе, в теории, если много наставить большой порядок, можно, в принципе, жить вообще не парясь особо. Больших грядок? Насчет досок особенно. А, грядок? Угу. Надо отдельный этаж для леса сделать. Как-то такая идея, серьезно. Типа лес. Бля, не доверю. А, у меня же пальму Христов тут займешься. Сейчас я бля, ночью вообще не нормально работать. Прям. Чай уже в веревке сидел. Полежу пока. Ага. Все. Ладно, все, похуй. Ладно, классно, мне никто не написал. Все это время. Зайди же, никто не мешает. Добрый. Я помню, что меня прям бесило это классе. Пятом, шестом, и седьмом, и восьмом. Поэтому я всех удаляла из друзей. О, остров. Маленький вроде. Бля. Да ну? Не-а, нахуй надо. А туда течение все равно. Там только доски пробить, блядь. Таков то, что туда течение плывет. Это сюда, понимаешь? Ну, пусть плывет. Да, давай. Да нахуй не хочу туда. А там нету этого, да? Сундука там нет, там, блин, только цветы и манго с пальмами. Все. Так, я хочу переставить плавить. Вот дальше. Бля, шоколадные конфеты с фруктовой начинкой были вкусные. Бля, ненавижу. Ну, шоколадные. Ненавижу вообще. Ну, ты знаешь, когда добавляют фрукты, типа гахуйство, бля. Шоколад должен быть шоколадный. На митинг пойду, если будет про шоколад, пойду на митинг. Бля, сегодня такое узнала, это просто вообще. Короче, говорили на философии про мировоззрение всякие. Типа есть религиозное мировоззрение. В смысле, типа, есть, да? Mm-hmm. Вот, и она сказала, что в 2010 году, типа, начались вот эти все митинги в Москве, в основном там, прям такие. Ну, короче, только все это началось, и власть решила такую хуйню придумать, чтобы телевизор не снимал только про эти митинги. Они, короче, типа из какого-то монастыря, который там под Москвой, хер знает где находится, привезли в еще один монастырь, который тоже находится под Москвой, хер знает где, чьи-то мощи, и типа пусть люди туда едут, там были безумные очереди, и это тоже показывали по телеку, и получается, люди не так сильно беспокоились. И ты знаешь, что прикол? Ну, то есть ты понимаешь, да, что это все неправда, что это, типа, ход такой хитрый властей. Прикол в том, что меня тогда возил папа, и это был самый ужасный день в моей жизни. Ты
прикинь, я так охуела. Это был 2010 год, как раз такие мощи вот этого чувака, про которого он мне рассказал. Это было... Это было ужасно, блин. Мне было 10 лет, и я была очень недовольна этой херней. Там, блядь, такая очередь была, и надо было, типа, прийти, сосаться, блин, с стеклом, с которым все сосались, и загадывать нахрен желание. Я помню, что я пришла, и такая, типа, что-то села, и такая, в мозгах ничего, у меня пустота какая-то, я специально ничего не загадывала, что нахер надо было. Это заебало, акула. Ачивку получила. Чистку получила. Ага, сломать 100 блоков. Так. Так, можешь готовить кунхаб? Так, это два. Кажется, что я люблю. Все это здесь живем. Живем. Хочу переставить себе пару, он, блин, как перед рожей. О, ты думал, он сюда будет. А, нет, не стоит. Батя, тут хоромы нам отстроила, вообще пизданёшься. Бля, краска снялась. Ну-ка, сейчас посмотрю. Да, бля, хочешь. Еще не покрасила, правда? Ну, у нас теперь вообще спад можно будет. Че, у меня подписка Бомовская обновилась? А деньги что-то не списались? У меня же 22-го там. А, 73-го. А, ну да. Бля, через 2 месяца ДР. Пизда. Я старею. Бля. Вон оно чё, Михалыч. Да ты чё, жрать что ли хочешь? Да ты чё, ты ж постоянно жрать хочешь. А когда у меня списывали деньги, я что-то не могу понять. Вот и все. Или у меня типа деньги первые числа списывают, а бум дают вот. Не, просто позавчера у меня списали 224 рубля с карты iTunes. И как бы типа мы не ебем, что это, потому что это, ну, как бы не бум. Ага. Возможно, какая-то, блядь, подписка у кого-то из нас, блядь. А я сейчас умру, блин, да. Сижу тут, болтаю, блядь. А iTunes 70 рублей сейчас стоит, да, по-моему? iTunes, ну, для студентов, да. Ну, там еще надо доказать, что ты, блядь, студент, это очень сложно. Я, да. А так он, блядь, столько же, он 169, по-моему, даже стоит. Блин, знаешь что, короче, я предлагаю... Вот сюда вот, вот на крышу сделать там лес. Я не знаю, какую-нибудь лестницу, там будет лес. Я серьезно, там рубить будет. Когда вырастут эту хрень, мы их сломаем и перестанем. Угу. Знаете, лестницу. Вот. Ага, охуенно, я поставила. Просто классно. Лучше не бывает просто. Вала-во. Малит вверх. Мне гнолото. О, тебе понравилась буква О? О, кого я нала? Буква З, блин. Заебала, блядь. Буква Е, ебать. Я вот не знаю, слышала. Буква Р. Ребята, она ничего не понимает. Буква Ща. Ща пожрём. Так. А вы давно у нас тут фотки стоят? Хорошо, допустим.
Так, ступенечка тут есть, значит, а можно, можно тут грядки делать. Так, ладно, короче, займусь этим, да? Пожалуй. Сюда растет, блядь. Ага. У меня 7. Ух. Бля. Будет 28. Так, я переношу, короче, грядки. Слушай, а все вместе с пальмами, да, прям? А нет, всё. Они сломаются. Надо дождаться, когда вырастут. Не, я понимаю, ну типа эти тоже. Пальмовые штуки. Ну типа все, что у нас растет, все сюда. А, ты хочешь туда грядки? Я имею в виду только пальмы. Да, типа. Да нахуй, можно же все перенести. Не знаю, удобно ли это. Конечно. Ну типа все в одном месте будет. Ну, типа ты собираешь и идешь сажать, типа, не знаю. Ну, а, ну да. Удобнее, когда все в одном месте растет будет. А так бегаешь, блин, по всему плоту собираешь. Я думала, типа там поставим прям много этих больших грядок. Да пока что есть, тебя перенести. Надо, кстати, построить, да? Большую грядку. Там что-то херня точно надо не снимать. Веревка гоша. Все, все есть. А, нет, шиллера не хранит. Ага. Железо сюда. Неудобно, правда, будет с водой, но ладно, только. Ну, поставим туда этот маленький. Да, можно. Ты все равно, как бы, блядь, ты что, до воды будешь оттуда тянуться вниз. Короче, похуй. Нормально. Че, бурашка? Что-то я потерял. Что я делать-то хотел? Грядку. Ось. Компактненько смотри. Надо всего по стаку возьми. Чтобы не мучить. Сделала большую грядку. Горжусь. А, бля. Оказывается, немного места занимает. Надо строить дальше эту крышу, походу. Да? Угу. Сколько много? Пипец много. Вот. Ёпта! Чё это понятно? А, ну... Ну ладно. Ну ладно, пусть стоит пока тут. А... Поставь куда-нибудь сюда, выйдем, типа. Это тут тоже. Я сейчас посажу тут. Так, тут у нас. Главное антенны не снести, вдруг пригодится. Еще один остров, блин. Где? Там, по-моему, есть это. Да, там есть ящик. Да мы что-то уже мимо прям толкнули. Или мы прям на него помогли. Пытаюсь и направиться, в принципе, на него. А мы сможем залезть на него? Попробуем. Смотри, какой он. Да, получится. Ну ладно, блин. Я тут пока поливать буду. А, я сама хочу. Поливать собралась. Да, мы прям на него прям ахуели. Ну ладно. Мы... Ты, блин, пить хочешь? Мне нужна будет ты возле... Возле якоря, как я сказала. Блин, вся вкусная вода закончилась, осталась только обычная, пресса. Это неинтересно. Акула, пизду отсюда. Остановился, ты еще рядом с плотом. Лучшая штука. Бля, надо здесь стенку построить, потому что я постоянно, блин, запрыгиваю. Слышь, на стену. Слышь, тик якорю, якорю. Я курю. Понимаешь? Я курю. Я признаю.
Признаю. Давай, якорь. Не бойся, быстро настали. Нажала? Да. Молодец. Наливай воду, блин, в эту хрень. А, бля. Бля, арбузы тут. Давно чуть не было островов с арбузами. Арбизами. С арбизами. Угу. Давай сюда арбузы. Блин. Тут надо подсадка. Ну тут изично. А чё телефон-то работает? Ты идёшь сюда, нет? Да сейчас мне пожрать надо. Здорово, блин. Акулья дай. Акулья башка. Что там жрут, там, по-моему. Лучше жрём его. Я не вижу. Да, я всё. А может и да. О, я забралась. О. Блять, я спрыгнула. А там можно забраться. Сбоку. Минус пробил. Сука. Буква М. Минус пробил. А? Вот здесь вот сбоку, вот тут, вот где я стою. Вот тут получается. Оттуда, если такой двигаешься. А, всё. Понятно. А, всё. Так, что тут? Какие-то развалины будут. Я собрала уже. А, и что там было? А, стекло. Рецепт рыбный жаркое. Бля, нахуй цветок справа, нахуй не нужен. Так, все, тут очень интересно. Вот еще дерево. А, держать надо. Крючка-то нет. А крючок? А фризер? Так, ладно, раз такие дела, я пока сажаю в старые грядки. Не буду перемещать. Одну грядку не помню. Да, блядь. Тут надо стену строить, наверное. Немного залезет нормально. Стой! Горка для рисунка. Так, вот ручок. Поехали. Не-не-не, я не тебе. Я крючку. И крючку поехали. О, я сейчас съеду. Бля, как бредит. Спать точно. В жизни, кстати, так же работает. Проспать. Очень жизненно. Так. Блин, хочу песню от маме показать, но не буду. Понимаешь, да, по каким причинам? Ну, всё, поплыли по. Давай спать. Какие если бы тут продукты портились, какой вообще жор. Хотя как тебе картошку есть? Всё. А что я делаю здесь?
сейчас бы гнилую картошку жать. Ой, живот. Вот прямо просто чё-то живот. Я так и не взяла кофе по себе. Ой. Родители покупали. Блин, теперь болит. Живот почесал. А, ты бросила крючок на кровать и пошла? Чего? Мам тебе? Ой, там мозг прям такой. О, еще шикоз был. Роял. Добро пожаловать в спальню, блин. А что ты хавать? Сочевальня, блин. Добро пожаловать в нашу сочевальню. Так, что-то я заблудилась. Где ребята? А что у нас ничего не жарится? Да. Я тут, главное, ставлю такую. Рыбный жаркот. Акула, ты что, охренела, что ли? Где? Ты её бьёшь? Когда она умрёт уже? Я не знаю. Что, я живучий? А чё, она тут хавала всё-таки на дне? Холодно пекут там. Сколько градусов вообще? О, боже. 18,8. Пипец там, сдохну. Кому нужны нормы вообще? И причем окна закрыты все. Чё, первый этаж, да, блин? Да? Ну так вот. У нас скоро 100 арбузов будет. Да, у нас их тут много. Угу. 18. Надо жрать их. Да? Так. Я одну картошку холодную. А, у меня 2 арбуза даже в этом есть. В инвентаре. Ну вот стак получается. Вот ну, это красотища, это... лес вообще. Чё там? Да вон, у нас там много. На спальне. Ага, нормально. Я так. Вот тут дострою, а то, блин, падает постоянно. И акула жрёт. Больно глаза-то. Прям надо сделать, короче, несколько стаканов, чтобы сажать. Уголок там стоит.
Надо было, наверное, перестать. Тупо сплавала с двумя точками. Он, правда, не работает, по-моему, ни хрена. Ну да. Стоп, что? А как это работает? Я что-то все грядки сами полились только что. Все нормально. Ладно. Че, у меня меньше проблем. Я просто главный урожай такая собрала. И все. Теперь. Ну, хорошо. Ну, ладно, да. Так, как-то расширять, да, надо это пространство? Да надо второй этаж расширять. Грех отказывается. Он пес. Оставлю нормальную вещь. Так, раз у меня так много досок, дождь будет. Самое время расширяться вот здесь. А, пластик, нахуя он пластик. Вот это да. Так. Неужели такое бывает? Это двое придумали, да? А тебе тут безопаснее, конечно. Да, мама. Сейчас сделаю спасибо. Вот это мы, конечно, плотину с тобой увеличили, да. Я тут это все системизирую. Ой. Я пустую. По... Так, поехали. Нет. Блин. Кусок. Железо. Водоросль. Лак. Ладно, займусь стенами, да? Зачем нам столько листьев будет? Ну вот я их трачу активно. Если что, я переставила ящик, короче, где главный ресурс, он прям самый крайний сбоку, блин. Где раньше были всякие эти... медь. Хорошо. Так. Да. Истинный камень. Да, все, у меня все закончено. Ё-моё. Шули такая шули. Невозможно. Блин, такое ощущение, что я сижу и не моргаю, реально. Что, глаза сухнут? Ага.
Так. Пожару как-то. Нормально. О, а что, краска слезла, да, при переносе грязи? Ага. Ну, ок. И спарсу тоже слезла. Это что ли тут крем поставил? Ля. Больше картошки. Боты. Боты надо поставить. Нам закрыли проход. Вот сюда буду поставить раз. Это нормально, что тут нам проход закрыло? В котором ты же... ты вот. Сложно. Ну, калитка, блин, овцы, блин. В загоне. Ой, козы. Алло, не понял. Вот ты сука, конечно. Ну ты сука. Я тебя понял. Hello. Hello. Ты все видела, конечно. Тут у меня губашка. У меня ухо разложило, мне прикинь, разложено было. Блин. Даже не замечала этого. Заебумба. Так. У меня тут уже формирую какие-то кухни. Нет, у меня тут уже не стоит. Да. Я тебе решила помочь сделать. Нужна как доска. Я как бы переставить куда-нибудь другое место. Ну, надо его в центр, надо, чтобы его не сломали, а то он делал себе А вон мы там отстроили, ну я отстроила, чтобы переставить. Потому что тут немножко мешает. А это что? Ля. Вс.
Вот доски трофей. Стол, табличка, полка, коврик. Ой. Просто. Так, у нас свекла появилась. В смысле появилась? У нас свекла, по-моему, не было. В смысле не было? Растет, просто у нас уже еды нет. Да? Где? Я просто тут лежу. Так, что спать? Всё. Спать. Спать. Без картофана, конечно. Для женщин в ботинке, ботинки можно сажать овощи. Я ещё пойду посажу туда. А, ты перестала это, да? Короче, у нас теперь в ботинках свёк растёт здесь, прикинь. Жопа, пойду за пресной воды схожу. Как мне это в бошку вообще пришло? Тупо грязь. Я думала, ты случайно кликнула, блин. Не, я такая, блин. А что будет, если? Да, а что будет, если посадить свёклу в ботинок, блин? Тут вон земля есть, чё. Бля, он целый стакан воды шьёт, не надо. Так, скиньте. Охуеть, я в ахуе, блядь. Сразу жрать. Алло, наш плод тоже жрать. Да, вот я вот её и говорю, что он жрать. А за пресной водой вообще шло? На самом деле. Ну, плод проебал. Это не 20. Я, бля, вообще не... Надо покрасить все это говно под ним. А-а-а. Что-то манго ни одно, блин, семечек не дает нормально. У меня уже так-то они убывают. Ну что, мне террари играют. Надо было шарарам ходить. Шарарам, блядь. Да. Мы там обычно с одногруппниками отношения выяснили. Пиздец. Мы прав тот, кто победит в шарарам. Я знаю, что он победить нельзя. Но это не важно. Победит в интеллектуальном... В интеллектуальной беседе. Бля, глаза сейчас сдохнут. Так, я пока подумаю, как сделать наши леса побольше. Так, а что там? Их сюда, наверное, страшно. Можно пересадить, слышь, вот эту уже хрень. Я ее срублю. Давай. Только было бы там место. Да, ну просто будет пустая, главное, никто не посадить. Три года ждать. Так, ладно, я сейчас попробую. Положи, что ли, плавится какую-нибудь. Глину. Чисто в инвентаре большую грядку носим.
На полсекунды так. Может, она ближе. Хотя вряд ли. Ну, я попробую. Не надо плавить, что ли? Не, в принципе, влезать сюда еще одна. В принципе, может влезти еще одна. Так, акула, ты куда плывешь? Я же не думаю, ты. Так. Все же рыба. Блин, манго проще. Сейчас я сделаю же еще, чтобы все будет вместе. Я, правда, уже посадила. Картошка это хуйня еще. Что-то у нас стул стоит, да, не нужно? Стул для столовой будет. Ай. Что он пропал? Он просто пропал, я. Стул? А вот он. А что происходит? А, сижу. Тащи сюда грядку. Дай мне лишь. Ну это небольшую, что ли? Иди сюда. Я тут не знаю тебя. Что за счет хочешь? Грядку. Большой принести? Да. Ну, я думал, ты, блядь, взяла. Ты не думала. Стоит только не против. Так, хорошо. Вот, где бомба. Да, бомба. Так, даже вот это можно поменять. Пусто как бы. Не находит, да? Сейчас вот это не надо. Что у меня вместо него? Что за фигня, как надо его убрать? Я стал. Странно что-то. Бля, может тут такую реально хрень замыть? Интересно получится. Что ты хочешь? Ну видишь вот эту вот хрень? Здесь вот так вот тупо сделать вот до сюда. Типа дизайнерское решение. Можно. Тупо проход. На эту хрень. По крыше. Вау. Упал. Я так тихо музыку играю. На самом деле. Ломал. Вот еще. Вот это я все уместила, Полина. Это пиздец, смотри. Ща, бля, убью подружку мою. Вот это я ее грохнула. И у меня сломалась копье. Вот это, блядь, да. Лес. Красота. Ё-моё, как я сделала. Можно, кстати, эту лестницу тоже убрать. Теперь. Типа так проще, короче. Бля, сейчас не целую. Так. Может, стену достроить? Как думаешь, будем вот эту часть комнаты расширять? Да, какой? Ну, вот здесь. Да, наверное. Достроить хотя бы до логического завершения хотя да, бы. Да, думаю, поставить. Что тут? Чубак. Бля, в этот раз так боги не работают больше. Пойду шкаф кусь. Да.
недалеко ходила. Да, я вижу этот остров. Прям на него открываем. Ну давай. У нас был сложный парус в это время. Класс. Конечно. Водичка. Надо весло сломать. Давай там подходи к этому. Я курю. Я курю. Так, я курю там. Там я что-то одета, нет? О, нифига там. Появилось шмоток. Вот и все. Давай. Ага, заебись, блин. Себе дырка осталась. Ладно. Хуй, мы залезем, блин. Блин. У тебя новый ранг в Тодеск Форумс? Чего, блядь? Какой ранг в Тодеск, блядь? Мое дело. Не знаю. Я в Тодеск написал, что у меня новый ранг. А я не против. Так. И как? Не знаю. Очень хуйня. Так, я там, по-моему, не дополивала. Ой, бля, что такое? А, у меня это... Часть плота у нас не развита. А, кстати, может такую же крышу туда построить? Ага. Не забыла. Так. Так, я думаю, это... Не мэ! Брать. Вечно. Чё орёшь ты? Ну вот. Сделала, блин. Лестница в небо. Блять. Что за Fortnite, Полин, блядь? Ой. Бля, надо было к другому монстру. То есть, ну ладно. Пойду как-то. Манговая 7. Блин, у нас сломался. А теперь хочу пить за шоколад. А, бля, не попила же. Еще не пожила святой. Другому острову подплыть. Не знаю.
Да, манго имбовая фигня. На что это прибавляет? Бля, опять не досажала. О, акулы пожалуйста. Так. Семена есть эти манговые. Ну, жрёт, я слышу. Так пугало перестали, пожалуй. А оно разобралось, да. Ты не досаживаешься, а то эти жрут, блин. Дура. Я не успеваю, блин. Там эти... гвоздь. Говно это сюда принести. Угол сюда. Я убью сейчас уже. У вас только нужно. Я не беру. Как звучит? Там акула. Да ты, блин, у меня нет копья. Где, блин? С другой стороны лопа. Да сейчас она уже сожрет, все на себя. Да было вопрос. Слышь, она походу ломается. Во. Опять X-Ray. Где животных найти здесь, блин? Я не знаю. Где есть это? Черт. Сколько мы играем? Бля, смотри. А, 3 часа? И а чё, мы за 3 часа всё сделаем? Хочешь. А, ну прикинь, она оказывается ломает. Вот в чём прикол. Пугало, знаешь, что делают? Чё? Они прилетают и ломают пугало. Но зато не жрут урожай. Урожай. Где вода? Вода вот. Спасибо.
нормальный стол. Какой есть? У нас ловушка очень нравится. Я птиц. Так, чё? А, это был второй остров. Блядь. Быстрее. Якорь, 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 женщина, якорь. Я тебе уже, конечно, поздновато. Ладно. Не, уже мы не залезем, но было бы клево. Ладно. Можно, конечно, отгребсти немножко. Что, будем делать или нет? Что? На второй раз. Но надо сделать этот. Усло. Не знаю. Ладно, конечно, пошла воля. Ты за доску встала. А раз досок нет, значит, не сделать. Ну, слаб. Пластик, веревка, 4 доски есть? Нет. Нету 4 доски. Посмотрю, ты жарный. Вы что, хотите сказать, что у нас пластика нет? Это я забрала. Ебать. Сейчас. Сплаваю за доску. Фига плохо. Со стороны такой штуки, конечно, я сплаваю. Конечно, ты меня цапнул, я не знаю. Самба. Ну шо? Давай. А, встанем за якорь. Бля, парус. Он парус. Ну, вообще сложный. А, он сложный, а что такое? Сильно прям. Короче, смотри, когда вот та вот хрень, зига наша, будет бать. Вообще не. Блядь, видно. Можно парус в ту сторону надвинуть. Давай. Так, где парус тут? Вообще. Так. Ну, что, за страшно? Сестра, похоже. Стой, не разворачивайся. Скажи, когда вот эта зика будет прям там, где надо. Женщина, садишь? Что, да.
Скажи, когда стоп. Ну чё? Ну... Забить. Ну, ну так... Я а, ты уже опустила его. А нет. Шикарно. Все. Ой. Что за игра такая? Слай Инспайр, что это такое? Я не шарю просто. Пила PlayStation, не шарю выиграть. Ой, блин. У нас там еда вообще не готовилась. Слышь, бля. Кыш. Так, ладно. Займусь покраской. Бля, краски что-то уже не надо. Надо бот цветы собрать. Да нет, тут белый и черный дохуя, остальное. Да вот тут цветов у нас такой не будет. О! Алло. Алло. Не работает. Ёма, хуя себе мастик не сделал. Всё. Угу. Что? Классный кадр был, акула проплывает, и ты бегаешься по небоскребу. Ой. Видимо, будем снимать, пока у меня память не закончится на компьютере. Потому что видосы под 100 гигабайт, блин, весят. Что?
До свидания, давай. Так. А, доски все закончились, вот это вот пипец настал. Что ж теперь делаем? Доски, доски. Стены строятся. Короче, мы 10 дней уже прожили тут. Нормально. Жрет. Она нас жрет. Во что я провалил? Стой!
Так, чё, не спать? Да? Чё? Ты что, не понимаешь эти штуки? Похоронены. Любые энергетики мне не помогают. Класс. Да. Блять, полплота еще надо покрасить. Окраски нет. Я думаю, что зиба снимает. Ой. Вот он плод. Кто-то написал. Вообще. А где парус? Краски нема. А где парус? Слышь? Где парус? А? Мысли, где, где парус? Его нет? Нет. Я хз, блядь. Не брала. Блин. Ой, что за вода тут? Ух, вот ой, это есть. У нас плотина. Бля, жрет. Акула жрет. Бля, надо сделать какую-то. Как лагает-то, ну пипец. Что ж так фризит-то? Сейчас бы на компе фризить, я помню, блин. Может, он временный? Не знаю. Что-то надо пару строить. Решили нам проблем подкинуть. Песка, пальма, вынести хлам. Ну, ладно, доски поджак.
Зачем? Сейчас мне не хватит никто. Да, что там у вообще? Мама дверь открывала, я такая сижу, пою тут, блин. Мост. Мост. Ну, он немножко там, в другой стороне. Ха. Ха. Ой, смерть. Привет, Эст. Дота 2. О, играешь в Дота 2. Понятно. Понятно. Сломалась пугало опять. Вместе доска. Ну. Это же рук. Моменте. Все же так. Ааа.
Так, все. С огородом определились. Кстати, эти колонны можно убирать, если стоишь стены. Ну, здесь. Бля, зачем я такой бы вытянул? Ничего. Прям мои мысли, блядь, читаешь. Я строила так, как я и хотела, блядь. Твои коллекции новостей. Почему мне в час приходит что-то для чтения? А не в ноль. Это он типа час лишним думает. А ВК так работает просто. Блин, что-то холодно, пиздец. Блять, я вам хожу. Все, поставила гнездо, тут не надо с ним поубирать. А листья все равно заканчиваются. Ага. Столько говна с листьями уже сделали. А они все равно не заканчиваются. Нет,
Мне даже... Ой, нам надо переставить штуку, чтобы было воду удобно приносить. Хотя куда? Поставь ее вот краской терки вот сюда куда-нибудь. Такие хозяйственные дела, да. Прям очень удобно, потому что прям оттуда можно брать воду. О, кайфово. Что ж надо? Да, вообще у нас тут ничего так снова. Да вообще просто. Прямо. Я бы тут, конечно, дырки застроила, но ничего. Свет-то должен проходить как-то. Что-то сожрать, чтобы воды себе продают. Арбуника! Ты бы видел, как это работает. Просто башкой в него бьёшь. Рандом включили, блядь. Я вообще слушаю плейлист. Я тоже. Там уже 100 с чем-то прослушано, блядь. Наших, блин, причем. Да, я часто включаю, блин, это шарапы. На случай тусы, блядь, плейлист составили. Каждый день тусовка, блин. Ага. Вот туда побольше песня, да. Слушай, мне кажется, тут рациональным, хотя я не уверен, будет сделать нормальную лестницу сюда. Давай. Давай, ты иди оттуда. Я надеюсь, получится. Конечно, было дизайнерское решение, но какое-то. Не очень. Какое-то твое дизайнерское решение. Так. Значит, это говно только на два блока. Ладно, тогда мы оставим твое дизайнерское решение. Блять. Это просто засереться, то засыпаю. Да. Я трясу башку, мне сейчас очень плохо. Угу. Вот. Понятно. Сделала типа заход в лес, как бы через листики. Очень логично, по-моему. Я ничего не знаю. Слушайте, я ломаю вот этот забор, потому что... Нахуй не нужен. Я ломаю. Бро. А вот это не буду ломать. Вот так вот. А чё, остро проебали, да? Не носи. Переставить эту антенну, ёбану антенну. Ёбану антенну. Ёбану. Как это?
Ага, понятно. Кабельная, кабельная, отключают же в Москве, вот, все. Да? Так что антенна, да, давай, уходи. Как не споткнуться об эти провода, понял? Хуй знает. А чё-чё-чё, музыку закручу. Да. А все. Кабельные отключают. Офигенно. Надо другую, блядь, здесь прослушали. Боже, у нас трешовый, блядь, плод, пиздец. Ха-ха-ха. Так, ну я, наверное, тренч включу. Да. Да-да-да. Да, я хочу. У меня 14 на нас, я смотрю, я чуть-чуть посмотрю. А что не слышно? Он плох. Ладно, не буду трешку чекать. Хотя... О. Рот. Джамсуп, я говорю. Так. Глаза уже охуевают просто. Я даже. Как плохо. Ну и вода такой какой-то. А, конечно, надо компом набивать. Да, у меня мозги, ну, типа, периодически отключаются. Я слышу то, что... Нигде не должна слышать. Мы что, уже 3 часа, что ли? Да, уже больше, по-моему. 191 минуту. Это сколько? Это много. Это... Ну да, где-то. Что делать, блин? Да, это 3 часа. Уже даже с чем-то. Пизда. Бля, какой же охуенный блок у нас. Жмыхнула. У нас теперь он хотя бы на двоих не такой маленький, блядь. У Владаса, мне кажется, равно больше. А, значит, надо выстроить его теперь. Да и хули ты тут делаешь, блядь? Ну ты охуела, что ли? Сколько можно-то, блядь? Когда нужно... Краски траванется, мне интересно. Бесы выходят. Знаешь, короче, теперь у нас плод гораздо пизже, чем даже на менюшке. Когда такой чувак сидит. А помнишь, мы такие, типа, да-да-да. Помнишь, мы такие, бля, вот вы такой плод заносите, а в итоге... Ага. Бля, в итоге... Бля, не успела. А, успела все. Ты, короче, там этот сундук открыл, он через текстуру в стену прошел, я тут вот вижу, блядь. Открытый сундук. Так. Значит, спальня у нас есть. Столовая, совмещенная с кухней. А, хозяйственные дела у нас вот здесь. Не хватает. У меня просто в 3 часа ночи посыпается особая способность. А ровно 2 часа. Ты чё, блин? Когда тебе опять не хватает досок. Я уже плакать начинаю.
Так, что нам нужно еще? Слышь меня? Я сижу, на мне два слоя одежды, мне так жарко, мне два часа уже. Бля, мне твои проблемы, мне холодно, пиздец. Ну и что ты тут жрешь, охуевшая эта птица? Открывай всегда ваши способности. Левел ап, блядь. Волосы потише сделай, блядь. С чего, блядь? Чё на нас семечки не дают, мрази, блядь? Так, сука. Я все время там доширак слышал эту песню. Уже сильно. Гартенер заработает. Я не буду выкладывать. Чё хлам делать нигде, ну? Я не знаю, я его не клала. А, это я так что, сори. Класс! А, да, люблю такое. Чё хлам делает? Езди. Ну, бля. Ой. Ну, наконец-то X-Ray играем, блин. Сколько ждала ты меня, ну, здесь. Блядь, он... Алло. А можно... Можно закрыть эту дверь? Вот мое мнение. Угу. Нам важно ваше мнение, блядь. Да, ёб твою мать, ты можешь выйти из яка? Да... Так, бляская пидрасня. Ты кто? Пидрасня? А вы называете себя в колледже мальчиков пидорами? Конечно. Ну, вижу, у вас особенный колледж. Я вижу остров. Я вижу пароль. Я вижу ориентир. А, я знаю пароль. Ай, давай. Давай. Вай. Давай. Бля, когда эта мразь успевает выковыривать ебаные семена? Не знаю, что она там. Так часто. Давай. В чем она у вас тут ловила сейчас? Охуела. Ну ладно. А чё мне играть не слышно хуй? Вечно? А. Может, поступаем? Хорошо. Это обувь. Я испугаюсь. А, у меня плейлист второму разу пошёл. Нет. Где? Так. Так, иди к этому. Я готова. Давай, давай. Мне прям песня сейчас, давай. Я сделаю?
Ой, как колясу. Оля. Ля. Как стирать, блядь. Они вот это вот все. Сука местная. А арбуз. А что выпало? Вот семечка. Какие семена. Мне жопа тут устала. Мне тоже. Жопа. На самом деле. Тяжело быть дебилом. Ща, бля, повыбрасываю свою вещь. Коробка валяется, подберу. Бля, не хватило до дерева, до рук ушло. Всё тебе. Конечно. Так, где? Что? Ну всё, точно. Можно хлама пособирать. Бля, нахуй у меня белые цветки-то, они мне нахуй не срались. Белого дохуя. А потом такая, бля, белого нет. Белый и черный это не так критично на самом деле, как все остальное. Так, отрубаю, значит, тут у нас товарное соседство не все придет, а? Все что ли, да? Ничего больше. Ну, можно это еще внизу положить. Тут цветки остались. Внизу. Можно подвалил. Можно внизу. А, это были твои вещи. Ага, молодец. Извините. А, что-то мало цветов, по-моему. А, желтый цветок вообще только один, в смысле. Так не пойдет. Блин, скоро отдельный сундук пролетет под лист. Сейчас я маленький поставлю, блин. Реально, надо маленький поставить, блин. Четко. Так. Жрут! Жрут! Блин, куда сделаю коптер? Бля, серьезно. Еще меня укусило, ну ты охуела, конечно. О! А все. А что, что? А, бля, пластика. Да сколько тебе пластика-то надо, я поняла. Лучше пожрать хотел раз. Вообще-то нельзя жрать, а потом купаться. Ну ладно. Да кого ты? На турево купать то что-то. Да. Правда, была лет. Старая. Блин, почему я старше почти всех, кого знаю? Кроме мамы. Не знаю. Выглядит все. Умираю.
Ага. Капец, мы сколько играем, только сейчас сломался крючок, прикинь. Блях. Жопа. Так. Ой, ой-ой-ой. Главное не сдохнуть. Ебать. Знаешь, сколько у меня жизни? Просто миллиметр. Да бля, как она выклёвывает всё это говно. Работаем в минус. Что там? Может, крышу там надо сделать? Она раньше меньше выклёвывает. Ну да вот, я тоже думаю, что походу придётся делать крышу. Потому что, блин, может столько семян из этого, блин. Да пошла ты нахуй! Я даже эту поставила там, блин. Ей гнездо. Эй, похуй. Она хочет хавать картошку. Бля, больная птица, да? На картошку должен быть сырую. Пусть согласна. Так, чё, он спад? Или не спад? Попут. Блин, вот они, я так понимаю, прямо в себе в штаны сами ходят, да? Здорово. Всё равно купаться придёт. Ты идёшь, нет? Да-да-да. Ждёшь ли меня? Угу. Ой. Бля, я потерялась в этих дверях. Стоит такая на кровати. А, надо было отсоединиться. В смысле войти? А, пароль не нужно. Пришли менять пароль в стиме, потому что я, блин, думала, что я забыла его. Вот эти я просто неправильно ввела свой имя. Так, ну надо выпить. Я букву, блядь, пропустила. Алла. Утка, ты куда поехала? Нормально, блин, ну. Видимо, да. Ну, оставайся там. Я надеюсь, что она навсегда забаговалась. Сейчас. Я чуть потом, блин, что крутишься, дурак, что ли? Крутится, куда течение, блядь, течет. Повернулись. Да, стой. Смотри, видишь, нормально едет. Бля, шо с уткой? Пошла нахуй! Подруга! Убей её, да? Бля, так ну блин. Когда-нибудь мы пожрём с тобой утку, пойдём. Бля, выжрала нам ананас, ну охуевший не могу. Может надо это? Гнездо в другое место поставить? А я, ну типа она стояла вот там. Я вот думала на парк поставлю, чтобы она Я думаю, что его надо в другое место поставить, чтобы она передавала в другое место. Вот здесь пусть затыкает смесь. Перебрались оттуда, но они нам их не нужны пока. Так,
Пойду с краской разбираться, короче. Так, нужно сделать. Не так, конечно, ее много. Опять же, но надо хотя бы парус покрасить, потому что нет. Лол, я совершенно случайно в нужное место поставила. Ар. Вот так теперь будет. Еще не вернусь. Так, тупор. Ну, в смысле ты жрёшь? Ну, это как я сделал-то? Это сидит что? Картошку хавай, ничего. Сделаю это металлическое. Да нет, у меня не металлическое, не обычное. А у меня нет досок. А на тупор сделать. У меня это... верёвочки. Друга не выбрасывает. Это я умею, получил пару приемов. Опа моя. Так, у нас даже что-нибудь много растет. Угу. Главное, сраная манга, она не клюет, блядь. Какая стирательная вода? В смысле нужна пресная вода? Так, веревка, железный слиток был. Пивка, темнотуру сомнений. Полагуна. Эх, девочка, сэмпельс. Да. Кому что, блядь? Пришла и оторвала. Да. Потому что враг мы ебашим с Полиной допоздна. Да блять, Полей ты, господи, манга сраная. Приходя на вечеринку, у меня на солнце другая песня играет, но я не знаю. Это Warframe до сих пор играет в Рошнице, блядь. Ё-моё! Warframe зашёл. Блядь, она... Ой, я не понимаю, что происходит. Разве это, блядь? Что я предлагаю там еще выше не делать? Вставляю лестницу здесь. Бля, ну да, логично. Вот тут можно выше спрыгнуть. Блять, где же... Плохое я сделал сейчас. Да вот сейчас делась вода, я не поняла. Я, конечно, я не полила, конечно, ни хрена, но я случайно ее выпила, но прикол в том, что мне не далось вообще ничего с того, что я ее выпила, блин. Кала. О, блядь. Какая стопляма посадки с вами? 202 минуты, ёпка.
Бля, женщина, мы через 4 дня уже месяц. Точнее, 2 месяца будем так жить. Ебать. Бля, может новый пупок сделать? Может, у нас его развалины уже? Ну да, я уже его переделала 2 раза. Он ломает его. Сука, сейчас убью нахуй. Шла вон, блядь, откуда была. Эй, может не будет проедать, как акула у него. Тупо 2 врага, акула, блин, и... Ой, враги общества, блядь. Картошки пахнули, блядь. Я не знаю, как нам построить. Вот сюда. Ты тоже думаешь? Я думаю, третий этаж как построить. С большой лестницей или маленькой? Или просто? Не знаю. Большую лестницу, если есть место, нет. Ну, типа, придется вот туда вниз еще туда строить. Придется в бок строить. Ну да, в принципе, маленький. Туда, вдаль строить. Ты прям сюда. Вот это хардкор, значит, вся та... Хорошо, что категорически. Да, плотину отстроили, доски кончились. Чем мне их что-то намного. Вот тут надо достроить немножко. Картошка закончилась почти. А вода где? Ну, а что? Ну что, это закончилось? Сломался опреснитель. Ну, воды. Ой, зачем мне тут? Я знаю, да, но он не вливается, а налезть. Чего? Чуть гвоздь не съела. Бля, жестко. Я уже не знаю, что строить на самом деле. Третий этаж. Ой, какой там. Какой там? Ну вон я там лестницу поставила. Лестницу и 3 балки. На одну. Друг на друг. И вот и все приснилось, почему-то. Здесь что-то. Мы приснимся. Не знаю, что у меня было.
Ну, проебалилось такие. В рот поебали такие остальные. А какие-то одинаковые. Одинаковые. Чё, ты прям так хочешь строить? Ебать. Ну ты больная, конечно. Это так смотришь смешно, блин. Это так смешно, блин. Погнали. Ты подкинулась на строчке, я смотрю. Фильмец. Чё, ты где? А. Ты хочешь сказать, что нам нужен этот этаж? Не знаю, да. Блять, пиздец. Его еще туда больше сделать, нет? Задачку задала. Я, конечно, могу сделать. Не нужно, нет, наверное. Я тоже могу сделать эти доски. Он плот. Скажи, ну а хули у Владоса 7 этажей, да? Вот и чё. У нас сколько? Раз, два, блядь. Раз, два, три, блядь. Четвёртый. Вот четвёртый. Угу. Доски-то не хуйло. Блядь, тихо. А, это что-то. Собачка какого. Ой. Бля. Как допустим. Пипец, у нас палки какой-то светятся, блин. Это плотина, конечно, знатная. Так, следующий полка будет. Ещё у меня тех самых, что не хватает. Подожди. Так. Делай вот типа так, вот через две. Экономный будет. 10 раз, блин. Так, подожди, а тут уже две, да, только? Ууу, чё, уронил? Да, ещё нужно. Чё, уронился? Блин, я уронил молоточку. Так, уже какой-никакой этаж. Молоточку уронила. Надо запрыгнуть, ну. Будьте чуваки, что конец. Так. Лоточка. А, у меня доски закончились. Лоточка. Потерялся. Это не будет.
быть. Да чё мне приснитель не работает? Вот это вот страшно. Чё он не работает? Приснитель не работает. Работает он, блядь. У меня нет. У меня да. Угу. Тихо не выбирать моё. Выкинь мне чушь. Не работает. Ой, сохранить нет, понятно. Что-то Autodesk меня заебал, блин. Скачал архикат, он такой, бля, вернись ко мне, нахуй. У меня, блин, не работает. Работай в автокаде, ревите. Я же умру от жажды, не работает просто. Вот это страшно, да. Чтобы треть арбузом питаться. Устроим уют. Домашний уют. Ух ты, блин. О, да почему я постоянно выбрасываю её? Так, у нас было вроде хлама много. Или было. Уже нет? Ну, у меня там еще штучки. Было? Ну ладно, тогда плохо. Ебать семян цветов, блядь, надо посадить. Посадим. Чё ты, бразот, тут ничего не съела, блядь, видишь, всё нахуй. Сейчас я тут всё пособираю, пока не подвезем. Жрёт! Сожрала, бразот. Тут есть укрепленные, кстати, эти штуки. Ну, делать что-то. Так, я все посадила. Посадила. Запомнить. Досок нет. Доски нету, досок. Умру, блядь. Так, стоп. Слагала, да? Отлично. Отлично, всё принимать. Можно так. Бля, Полин, нерациональный, ну. Сука, сейчас сломаю нахуй. Да, бля. Переделаю, блядь. Ну потому что нерационально делаешь, блядь. Мы тратим, досок тратим в два раза больше, блядь, чем могли бы. Всё, блядь. Через две надо ставить эти сраные палки.
Там мост. Как сказать человеку, что то, что он рисует, это говно? Прямо. Есть будет? Ага. Один? Ну, что это у нас? Это на сколько? Хлама дофига. Вот это. На тяж 4. Я не помню. Так. Получить шарф. Вот, теперь можно строить. У меня нету прогноза дочек. Понятно. Ой. А чё? Блин, да не работает это говно. Пишите. Сломалось. Тебе опять супер рисунки присылают, да? Присылают это, блин, рисунок какого-то. Я так как говорю, аниме, она говорит, ненавижу аниме, не знаю, как не реагировать. А нарисовано, ну, типа, чисто аниме. Ну что, у тебя вопреснители воды, что ли, нет просто? Есть, но она не активна. Нет, только Е. Ну ладно. Поэтому жар будет, чтобы выжить. А я их не выращиваю, кстати, больше. Ага, я скоро умру. О, ладно, сейчас такое дело буду выращивать. Знаешь, что мы в игре уже 3 дня не спали? Я даже к лагам привык. 58 дней. Мы не спали. Что это было, блин? Я. Не? Я. Жопа. А как же спина поломана? Да? Спина тоже охуенная. Бля, как я на прошлой неделе сидела по 9 часов, блядь, за компом шарами. Ты понимаешь, что за это отчислят ты какой? Бля, надеюсь, нас не отчислят, то, что мы все не пошли на это мероприятие. Да, блядь, я понимаю. Добрый панда. Ой. Привет. Давай. Как играем? Весит 22 минуты. 4 часа. Ну, у меня больше на 10 минут, потому что сидел, ждал тебя. Ты обновишься. Да, что записывай. Конечно, ничего такого особенного. Конечно, ничего такого особенного. Но я записываю, да? Все эти 3-4 часа не записывали. Я не знаю, сколько они грузится на то. И как мне еще памяти хватило. Скоро сейчас мозг, короче, вылетит, блядь. У меня, типа... Сервак, у меня запись и еще лагает. Вернее, из-за этого и лагает. И что, хлебнула соленой воды, что ли? Вот это не лучше. Блин, зря это я сейчас помню.
Так, что это, сука, там летает, блядь? Видела я ее тень. Я слежу за тобой. Она... Как тебе копьем кидаться, блядь? Ты понимаешь, да, как она меня заебала? Ага. Отрежь ее голову и, блин, натяни на себя, вот они реально обоснут. Что там гогочит? Да ты охуела! А, да... Вот как? Каким образом ты, блядь, сожрала почти... Идите, пожалуйста, меня не хвастай, сука. Она почти спелый ананас сожрала. Вот как это работает? Можно вопрос, как это работает? Вот у меня пугало, надо снимать. Сделать так. Сдуй отсюда, блядь. Хуяси, блин. Три гвоздя? Зачем? Да пизду отсюда, я не уйду, пока ты не улетишь, блядь. Все, я решила для себя. Все, блядь. Вон, блядь, гнездо тебя для чего построили? Чтоб ты там гнездилась, а не ту жрала, блин. Такое надо же кормить что-то. Жри свои перья, блядь. Жри свои... Блядь. Жри свои яйца. Вот именно, блин. Тоже как вариант. Нам по философии задали, типа... Посмотрите, что такое яйцо философии. Короче, чувак опаздывает. Ну, Полина, я тебя сейчас убью нахуй, понимаешь? Да, блядь, что? Чё ты, блядь, неправильно ставишь эти сраные палки? Нет, Полина, это нерационально, Алёна, через две ставь. Да, я увидела, я никуда поставила случайно, на самом деле. Случайно? Я смотрела, я только считала, у меня там вот эти процессы летали вокруг. А в итоге никуда, как обычно, блядь. Мне уже все, предказание все плывет. Там жарит какой-то там мазок. Слышу. Что еды мало? Идите мало, да? Ну, раньше было бы. Знаете, 20 картошек было. Ооо! Мало. Вот это да. Ну и чё ты тут приё... Сука, дура, блин. Приё. Пара ни у кого нет, да? Чё, кому? Топор. Есть? Нет? Есть. Ага. На тебе ушку. Блин, даже акулы не так заебывают, короче. Блин. Саня, я мудоебина, опять она картошку сожрала. Ух, сука. Ух, горит, блядь.
пост. Почти прям вот. Поедем. Ладно. Чё, куда? Остров прям по курсу. Mm. Давай. Я сейчас жду. Не знаю, правда, нахуй. У нас тут уже своя собственная какая-то автономия выработает. Блин, да что такое? Они не работают. Что это? А тут еще и воды нет. Ну так поливать надо растения. Бля, реально, вообще даже не работает, если хорошо у меня. Бля, мордос. Чё, пошли спать? Или пусть? А? Ну, вот так тут. Что тут с островом? А, бля. Ну всё. Тогда пошли спать. Правильно. 59-й. А вон еще мы даже не уплыли от просто. На полу водичка охладилась. Я тебе тогда, знаешь что? Я тебе тогда буду ананасы оставлять. Раз ты пить не можешь. Потому что они и хавчика прибавляют норм. Сохранить. И всего остального. И воды. Так. Потому что я их сама живу обычно. Пола живя. Блин, я не вижу. Ну крутое копье. О, она сейчас два удара упала. А, блин. Так, там этот. Вот. Лёд. Где? Правда, сбоку. О, ну не вот. Легко. Ленивые мы капитаны, конечно. Пошла нахуй, ты что тут охуела? Бабки тебе. Три доски, вы не издеваетесь. А почему такого поступок?
нормально. Ну тяжело это жить-то. Походу он аллергия на воду у меня. Почему я на картошке лицо видела? Так. О, испугалась. Тебя. У меня один глаз закрылся. Ваше самочувствие? Ну, ничего так, на глаза уже болит. А? Ничего так, на глаза болят. Ну, я тут я уже все отказал. Говорит, не хочу больше на эти марки закрываться. Ой. Остался только белый и чёрный. Нужен остров. Блядь. Чё-то, сука, там летает, блин. Чёрёт. Не успею, наверное. Правда. Это раз. Я белым все покрашу. Все не взывать не буду. Березки, блин. Могу черным добавить. Будет тут, блин, шахматы. Ну что ты уже... Смарт. Полину все. Полину уже смарт. Что делать тут домино, блин?
Ага. Домино, в смысле. Бля. Все. Заебумба. Лучший этаж, по-моему, вообще. Когда закончились цвета вообще. Ну, классно, нормально. Чё, у меня два красных. Так, чё, всё закачиваем? Ага. Бля, хотела бы сфоткать вообще как-то. Ага. Я предлагаю поставить якорь, отплыть куда-нибудь и сфоткать. Ага. Чтоб прям всё. Это видео навсегда останется в интернете. Ага, куда сейчас стрелять? Вот так, вот так. Я со стаканом такая. Я тебе что-то убью. Угу. А можно себе отдельный блок поставить? Да, то есть. Купа. Да, отъебись ты. Всё. Проверь. Вероника теперь на плату. Вероника...